Сюда, нарезка, нарезчик, нарезай, как я сижу в этой, в камере. Какой ужас! Что это с ним? И вообще никого, вообще это будет нарезка без ракурсов. Оставляем только мой ракурс. Я сижу в камере, и вот так вся нарезка. Жуть какая. И долго это будет? 4 часа. Мать твою! Все, я свой закинул, я жду. Подвезите меня, и я побежал. Сколько неизведанных ящиков ждут меня. Так, по-хорошему, если мы сейчас играем на побетку, и я на мирных, надо с кем-то бегать вместе. А лучше ти-бегать вместе. Умел делать? Да что вы, что рофлеры? Нахер тут капкан со старта? Господи боже. Ну это пи***ц какой-то просто. Ну сколько можно? Вы не... Я не понимаю, вы же... Я буду считать это амогусовским мувом. То разрабом... Нужно было сделать карту и режим. Все плывут через право, вроде как. Здесь первое сражение, здесь кораблекрушение, здесь дьяволу служение, дорога в ад. Так, мне кажется, вообще не залутал левый берег. Что? Кто? Кто-нибудь есть на корабле? Конечно, все кроме Амогусов, Сапико, Скульпт. Печка растоплена? Топите печь, топите. Чуть-чуть погреться. Так, все, давайте. Эй! Ну открой, ну чё, крой, вы ну точно чё? Не Амогус. Это что за... Стоп, а кто корабль протолкал? Печкин, что ли? Ой. А что вы закрылись? А ты точно не Амогус? Я точно не Амогус, откройте, пожалуйста. Откройте. Блин, ну мне нужны аргументы. А вы делитесь, пожалуйста, мясом. Могу только человеческим. Ходить. Не, мне в обычное. Спасибо. Хорошо, сейчас, ладно. У меня просто заначка. Есть? Сейчас. Пожарите для меня. Сейчас ты подвергнешься самой жестокой проверке в своей жизни за выгоскольпти. Угу. Блин, тут какая-то мразь поставила капканы. 4 или 5 штук. Я все их нахрен в итоге снес. Правильно. Да что правильно, вопрос, у кого могло за старта быть столько капканов? Этот кто-то должен был вернуться на корабль. Прощайте. Ты... тварь. Что это было вообще? Понимаете, мне это мозг сломало скорее, чем нет. Потому что я не понял, что произошло. А, все, понял. Она поняла. Теперь понял. Говно. Она опять это делает. Она генерит контент. Она поняла, что не показала противоядие. Натаха, я помогу отбиться. У тебя есть опиум. Противоядие или Амогус? Так, ну ядрит, ну не так много-то. Ты бы хоть что-то сделал, я просто сейчас сдохну с тобой. Да пошел ты нахрен! Зачем пришел тебе помогать, будь ты проклят? Первая ночь в тюрьме, самая трудная. И когда замок в камере защелкивается, понимаешь, что теперь это твой дом. Еще и человечина ее накормил Джебай. Да. Тебя кто траванул? Софа, она Амогус. Что Софа? Софа и Майя. Угу, понял. Я не понимаю, а где теперь все? Почему, когда я на Амогусе, все потели, играли, а теперь я единственный, кто корабль продвинул за все время? И вообще никто не вернулся на корабль. Да, не будь там, собираются, хотя ты тут на медведе не собираешься, ты собираешь на медведя. Как использовать бочку? Скажите, как бочку. Она опять генерит. Да не скажем тебе, как бочку использовать, а? Она опять генерит. Софа, какую бочку использовать ты хочешь, а? А, я поняла. Зов, отличный контент. Стой, твою мать! Отлично, в свой капкан еще попало. Прекрасно. Но нарезку сама будешь делать этой катки, понятно тебе? Two hours later. Куда она? Ушел.
Рубите Майю, пожалуйста, сразу, без вопросов. А меня за что? Вы издеваетесь? Майя? Я уголь вам принесла, вы прикалываетесь? Она Амогус или личное что-то? Руби, Кека, руби! Не спрашивай. Ладно, ладно. Просто руби. Стой, не твори херню, я ушла искать уголь, подожди. Да правильно, все правильно. Все правильно, все правильно. Ваше обвинение на чем насловано? На том, что я принесла вам уголь? Да. На том, что ты посреди ночи убежала. Куда ты посреди ночи можешь деться на мирном? Дангар, я лутала уголь и бочки. Ты прикалываешься? Иди посмотри мой труп. У меня 8-й, пожалуйста, если можно. Что вы делаете, Кек? Я ей этот капкан и поставил перед ней. Кажется, ей? Я готов сделать ставку на игру. А вас кто Аркадий убил? Соф? Я. Вот, Софа? Да. Ты где, Софа? Подойдешь сюда? Я тебе, может, пару раз это вжарю. Да, я иду, Кека. Коллега. В смысле, коллега? Натах, как думаешь? Ой, Майя нас простит, Натах? Майя нас простит, Натах? Майя? Да идите вы в жопу, серьезно? Мне даже реально выходить не хочется. Да что ты рассчитывал на Самогус на корабле, в отличие от мирных? Вообще ни одного мирного на корабле всю игру. Вот они и творят херню. На самом деле, ты была приманка, это был хитрый план. Мы хотели раскусить Кейк. Видишь, он так открыто начал тебя бить, что мы сразу поняли то, что это Кейк. Ребят, я, если честно, ну, типа, по-прежнему мирный. Садитесь. Вы уже отбыли 30 лет из пожизненного заключения. Как думаете, вы справились? О, да, сэр. Я уверен. Честно скажу вам, я изменился. Для общества не опасен. Я вам клянусь. Отклонить. У Курского вокзала стою я сам не свой. Познайте Христа ради, червонец золотой. Чё, пацаны, какой срок мотаете? Долгие. Я вижу. Кек, вы что-то не идете за гвоздями. Не-не, пошел. Я капканы поставил на Софу. Капкан на Софу. А до этого вы ставили тоже на Софу 5 капканов со старта? Алло, да. Передаю привет себе на Ютубе. Зачем вы передаете себе привет на Ютубе? Что вы собрались? Что? Отличная катка будет на Ютубе. Сюда, нарезка, нарезчик, нарезай, как я сижу в этой, в камере. Передаю привет нарезчику. Слушайте, а может реально? Я знаю, что сделать. Передаю привет себе на Ютубе. Короче, мы реально сделаем нарезку этой катки и выложим ее, чтобы, знаете, передать эту сторону игры тоже. Да они видят, что он понял. Привет, мне кажется, идеально. Парни, а вы знаете какие-нибудь анекдоты, может быть, тюремные? Горещик, давай работай. Нет. Может, хотите что-то... Может, хотите что-то передать на YouTube? В гусях три срока в тюряге катал. Насте передаю привет из прошлого. Не хотите? Сейчас приветы передаем. Давай, я передаю привет всем своим напарникам, кто верит в наш отряд и в нашу команду. Я постою рядом с ними. Так, нарезчик, не смей отвлекаться из подвала. Монтируй, как я сижу в сраной камере. Many hours later. Антош, скажи, ты на медведя ходил или что? Мы убили медведя. Прекрасно. Ну, удачи тебе биться против амогусов на корабле. Антош, порви их. У нас на входах капканы. Посмотрите под ноги просто. Да, жесть, капканы, кто же их поставил? Вот вы бездельники, конечно. Так кого открывать-то? Всех, Дмитрий. А, меня бьет Кека. Жесть, Кека бьет, ничего себе. Я его ударил несколько раз. Ребят, помогайте, пожалуйста, чинить корабль. Да, сейчас поможем. Мы выпустим вас, Аркаш, просто у Димы ключи. Я пытаюсь починить, насколько могу. Если что, я ничего плохого не сделал даже. Я могу, признаюсь. Я подхожу и вижу, как трое бьют. Не, ну это в конце. О, ура! Я к тебе и шел, чего ура? Так ты ко мне шел! Я устал ждать!
20 минут, Дмитрий Бэйл. В Азкабане! Я же пришел! Ну, пришел. Да, ребят, ну, я уже думал, что все. О, жесть. А что они не развернули? Так, ладно, на Могусах. Да, блин, там волк теперь заспаунился. Надо вернуть наши моджи на тах. Они не должны забирать наши моджи. Они забрали наши моджи на тах. Давай помогу. Убил. А у нас по патронам хватит на второго медведя, ребят. Поэтому сейчас просто как это... Вы только одного убили! Только одного! Только одного! А вы что сделали? Просто вопрос, что вы сделали? Она... Что я сделал? Антош, я продвинул корабль до этой точки, а потом меня два бокса убили, потому что они единственные, кто вернулся на корабль. Орк, возьми у меня кирку. Вот, на, возьми себе заточенную кирку. Подожди, откуда у тебя кирка только из тюрьмы? Вышло. И я этого кеку залутала. Шо? Еще и заточенные. Да. Ладно, Брэм, так и быть, я прощаю тебя. Здесь тоже что-то... Да ё-моё, и что это на нас? Это на нас. Давай я... У меня заточенная кирка. Ну ладно. В смысле? А на нас два отряда, нам нужна помощь. Да, вдвоем мы не выстоим, нам надо третьего. Выстоите. Отлично, я соберу с них мясо. Ну тоже, помоги, пожалуйста, убить. А, все. Так, еще. Боже, БРМ с этой киркой подсобила. Ну, на яйцах, на медведя это, и бочки есть, уголь принесем. Ну тоже уже все. Давай не надо, вот все, мы думали, и корабль все утонет, но не утонул же. Так а три гудка вас не смутило? Ну, мы надеялись, что вы как бы убили амогусов. Ну, это хорошо. А где корабль? В какую сторону, я не понимаю. Господи! Срочно! Бригаду спасения! Бригаду! Бригаду! Фух. Слава богу. Я потерял корабль в ночи. Вообще не понял, в какую он сторону. Как я на... Говорите! Я иду. Мы прямо куда-то в сторону медведя все идем. Антош, ну откуда я знаю, куда в сторону медведя? Ну, типа чувствуете. Ваше сердце должно вам подсказать. Мне на сердце насрать. Вы говорите слова, я иду на звук. Вот. А, знаете, проблема в чем? Я иду на ваш звук. Зачем ты идешь на мой звук? Ты же сердцем идешь. Да, но ты говоришь впереди моего сердца. Мы что, просто херачим? Просто так? Да. Где-то тут. А, ну вот. Видишь, как мы друг друга чувствуем? Какое отвратительное чувство. Я не доплыву по этой воде. Похлебочку бахни. У меня нет. На, похлебку. Давайте. Ух, бодрит! Хорошо пошла, родимая. Торнадо похлебаджи. Моя любимая похлебка. Очень заряжает силами. Слушайте, я ничего лучше не могу придумать, чем просто убиться от медведя. Давай мне на них в атаку. Дима, нет! Его не остановить, его не остановить, он ковбой. Дима, ты единственная наша надежда на медведя. Дима, нет! А, точно, блин, я все время забываю, что Royal Marine надо надежным людям доверять. За мной бегут, ну развернитесь и бейтесь, ну куда убежите-то дальше, за ним, как дурни. Отбиваемся и все, и придержимся плана. Патроны, блин. Давай. Возьми, Натах, возьми! Беру, это заточенная кирка, бери ее. Понял. Я все.
Смотри, конечно, да иду да. Я сейчас. Да, о, мы все жесть. Сделали, ну, раз, клади. А, занято. Это ладно, ты, хрен ты, с ним, я подожду. Вставай! Задолбал гребаный шашлык. Ой, прости. Не плевать, я и не на таких простынях спал. Но знаешь, я тебе так скажу, будет тепленько. Это самое главное во время метели. Отлично, я добавлю сам от себя. О, ребята, домашнее задание. Ах, хорошо быть мной. В тюрьме посидел, на кровати полежал. Поиграл в Дредхангер. Так, ну и что? Вы думали, все кончено, ублюдки? Я еще живой. Умри, вонючий медведь! Я иду за тобой. На, тварь! Сюда! Всех спас! А теперь за Нитрой! Величайший герой этой катки! Где я только не чалился, где я только не лежал. Но кто добил медведя? Вот что важно. Кто спас всех? Сюда. Не, ну я хочу заметить, как мы с Аркадием хорошо раскусили Кейка. Да, что сидели, вдвоем в камере, да? Вот так вот вы хорошо его раскусили, я понял.